Здорово всем, ребята! И сегодня я не один, со мной. Как говорится, обовинский клокаё. Здорово всем, мужики! Здоровики! Так, ребята, прямо сегодня мы с Обовиным вам хотим сделать маленький подарочек! Обовин, что мы подарим подписчикам? Легендарные тиктоки? Ха-ха, нет, братья, мы подарим легаси! И чтобы получить, надо первое, поставить лайк. Во-вторых, подписаться. И в-третьих, напиши любой хороший комментарий плюс твой ID. Изи. Ну и, конечно же, посмотри видео без примоток. Ну что ж. Ну и, конечно же, лайк. Ну, это само собой. Обои, и знаешь, что мы будем делать? Рассказывай, я уже в предвкушении. Мы будем смотреть очень смешные тиктоки. Я уже посмотрел перед записью, поэтому не знаю, рассмешит ли меня что-нибудь сегодня. Давай посмотрим. Смотрите, Обовин, ты говоришь то же самое в футболке. Смотри, видишь сейчас? Нет, ты что гонишь, у меня новая футболка, видишь, какая легендарная. А тогда еще не было такой футболки. Ну все, будем заказывать. Погнали. Я вижу, вижу. Давай десант с разбега сделай, чтобы он не слышал. Давай, давай. Вот так, как. Ой, это ты кентуха, что ли, троллишь? Да, это ты меня троллишь. Это, ребята, прикинь, Обовин посмел затроллить меня! Смотри, какой бессмысленный. Боится, он понимает, что я тигр! 2-4 на 7, тигр, тигр! Сюда. Тихо, тихо, тихо. Он что, без звука играет? Запрыгни на голову, запрыгни на голову. Чика, чика, похоже. Ой, Обовин, неводник. Блин, хнебот! Надо бонус! Ооо! Брат, это правда? Братья, это правда, тебе подарили 40? Ну там это деревянная такая была. А ты можешь ее сейчас показать, чтобы мы понимали, что ее не выбросил? Ну она где-то спрятана дома. Ну ладно, верим, верим. Ого! Ну видно, что тип постарался, запарился. Я думаю, делал ее, наверное, очень долго. Кто там? Обовин такой спокойный. Обовин после стримов отжирает. Я не понимаю, это дипфейком сделали лицо, или это чел просто похож? Мне кажется, чел просто похож. Обовин, ну реально похож, чисто как будто ты. Рех урона в стендов 2. Моя типичная катка. Кастомное лобби, все понятно. Да не кастомное лобби. Цель это стиль, и ты спаса какой-то сильно яркий. Вот я же на него смотрю, он реально какой-то яркий, капец. Как с ним вообще играть можно? Вы гляньте, какой он яркий, это просто шок. Тип завозит. Захожу в уме, моя тима. О, легендарные раскидки от фермера. Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. Смотри, папа гриб пришел, чем учить их так, это будет обвинча. Невиас на нем махается. Ой-ой-ой. Выпил? Что? Что с моим голосом? Ну что, доигрался ваш клоун? Мне кажется, знаешь, тик-так это феромир нашего времени. Ну реально, по чистого прикола, разочек. Давай. Давай, макароночка. Давай. Так, подвел? Давай. Ну, давай, чисто заруба. Давай. Ты готов? Я буду бить сильно. Давай. Раз. Два. Три! Блин, а ты помнишь еще мой... А ты помнишь еще этот мой задний фон? Там, где у меня еще телек был на заднем фоне и так далее. Не, не помню. Я помню твой только этот фон стендапа всегда был. А, ну ладно. Опа! Опа! Легендарная битва. Скилл, я. Аим, я. Брейн, я. Понимание игры, я. Адекват, я. Спасибо, пацаны. Не, ну это, конечно, смешно, но знаешь, что еще смешнее? Еще смешнее то, что ты не знаешь про существование булдропа. Булдроп — это топовый дроп. Ходишь на другой инвентарь такой же, как у меня, залетай на булдрочек. Тем более, там добавили новую коллекцию Horizon. Там падает такой дроп, я тебе говорю, брат, я аж сам в шагах отвечаю, просто посмотри. Ну и не скажешь, а какой мне смысл заходить, брат, халява? Прям сейчас на экране, видишь промик? Вел его и получил на халяву скрижали. А что делать со скрижалями? А скрижали ты опять-таки сходишь на Бенник Джо и меняешь на топовый дроп. Изи. Вся нужная информация есть в закрепленном комментарии. А мы идем дальше. Меня узнал подписчик, ура!
Вот он, братан, как называется мой канал? Я тебе говорю, я не знаю, у тебя нет такого, как будто проклятие какое-то, у меня подписчики все время знают с самокатами. Постоянно, понял? Вот у меня 90% подписчиков на самокатах летают. Нету такого. Кто? Ты чё, братан? Прикинь, если это не постанова, мне типа говорит? Привет, Пеппа, ПК, вот это он. Все, уходим. Фэ, сажусь за стол. А магу посадил отдельно. Мага, о, это фейковый, его... слышишь? Это фейковый ютуб, этот тиктокер. Это не ты? Смотри, я думал, это твой, 67 тысяч. Не-не-не, у меня просто обовен без ютуба все. Он фейк. А сколько? Ого, 55к подписчиков, прикинь. Это что за фейк перезаливает, нифига себе. ГГ. А это у тебя в ТикТоке тоже есть, да? Не, у меня вообще, я ТикТок уже 2 года не веду. А то у меня что-то такое ощущение, что он только, знаете, вот... О, ты видел? Ты видел этот момент? Так честно скажи. Нет, это ТикТока не видел. Нет? Смотри. Обовин, братичек ты мой. Мой ты сладенький. Да не, не даст скилл. Я даже с ним смотреть не буду, он не даст скилл. 740 нереально. Ой, попал! Лё, дядя, как ты учился таких игрок М40? Серьезно, ты тренируешься так как? Так это талант. А у тебя есть какой-то М40 рядом с собой? Смотри, у меня есть АКРчик. Я этот. Нету ничего с собой, как говорится. О! Реки, слышь. О! Это правда? Обои против фермера! Пау! Скилл! Наравне! Опыт! Наравне. Ой-ой-ой. Просмотры. Обовин. Подписчики. Обовин, ну тут ты на сечах выигрываешь. Ой-ой-ой. О, я меньше играю, что за фигня. О, вот это... Победил? 6-3. Он чисто как бота унизил. Даже тут Сейнс проиграли. Как его можно бояться? Это же какой-то, я не знаю, просто... Чекай. Оу, май! Спасибо большое за донат. Спасибо хочу большое. Сказать, что ты... О, это что-то легендарное, походу. Да. Ноузу! В прыжке! Хэдшот! Пацаны, это, по-моему, станет... Кто легенда. Этот тикток зальет, пацаны? Кто этот момент тикток зальет, он станет очень популярным. Реально, не стало 60 просмотров. В прошлом доке не делал. Нет, больше. Пацаны, там... у вас есть... А, 60 лайков только. Там, наверное, около ляма с чем-то просмотров. Ой, ну неплохо. Тикток, чтобы у вас собрал это... Если не бот, прыгни в воду. Окей, дружище, без проблем, если лайк, подписка, поехали. Опа! Смотри, я смешно прыгаю. Блин, еще и нос закрывает, такой кринч. Что там шуршит? Я шоколадку открываю! Ой, Верикан. Эх, Верикан, братик. А что, кстати, сейчас с Вериканом? Коза недавно прилетал ко мне. О, и что он? Я ему мерчик подогнал свой. О, хорошо. Зашел я сегодня в союзники, никого я не трогаю. Я сейчас буду плакать, брат. Тут держи меня в руках. Мы, конечно, просыраем катку по нулю. Потом я у него спрашиваю: бро, зачем ты скачал читы? Он говорит: это я когда 24 часа играл. Стендов уже не спасти. А, подожди, а сейчас читеры еще есть? Вот до сих пор. Да, так я. Реально? До 24 часа. Я 24 часа, когда играл, там просто чуть ли не каждую вторую катку. Серьезно, обалдеть. А были кишечные через стенки прям стреляли? Да, да. И за мою команду тоже были, пришлось рекорды накинуть. Это одна единственная. Залагал мужик. А я говорю: слушай, так ты же и есть тем мусором, той помойкой, которая мешает обычным игрокам развиваться. Ты апаешься до элиты, жизнь. А они остаются на максимум на сильвере 2 остаются. А ты им мешаешь... Знаешь, малой истину глаголит. И продвигаешься на элиту. Если бы все читеры удалили читы и играли по-обычному, так бы в стандоффе было бы в 300 раз больше игроков, во-первых. В 300 раз! Как раз драм придумали систему рангов. Опа-па! Ну это правда. Брат, ты что же сильвер? Нет. А у тебя какой раунд? Легенда, если бы. А, я забыл. Читер. Ты же с софтерами опустился. А, смотри дальше. Так. Тот самый друг, который купил бабочку. Блин, ну если честно, меня больше всего, например, такие типы, которые каждую секунду достают свою бабочку. Просто. Или какой-то, знаешь, свой любой нож, что-то купил нож, и чисто просто каждые 2 секунды его достает. Ну сколько можно? Ну-ка давай. А ну-ка высовывайся.
Ну позёзе. Ну высунься, позёзе. А у тебя так бывает? Да, было. Не надо. Не, ну может продадим все-таки. Может продадим? Да не надо. Пришла, хейтер в прокачку попал. Вот это повезло. Ты издеваешься? Так, ну что, я продаю, как я понимаю, ты уже готов. Скорее в откачку. Ты дебил, что ты творишь? Откачка не интересна. Это новый тренд, мужики. А Боин придумал новый тренд. Откачка инвентаря. А, зачем дебил? До свидания! До свидания! Ты ненормальный? Ты ненормальный? А Боин до кваса. Блин, опять музыка СТП. Хана, Боин, ну ты нуб, блин, смотри. Чисто это Боин 24 часа играл. О, после кваса. О-хо-хо! Да ну, обалдеть! Хэштег непогано. Тихо-тихо, вот это легендарный момент. Тихо-тихо, я не за вас ничего не слышу. Ого! Хорош! Боже, а это постанова или нет? Не. А реально? Это в клановой битве, по-моему, все. Да ну, это бронза или кто это? Не, это вообще легенда. Пацаны, я отвечаю, он с софтом. А, блин, это правда? Не-не-не. Не, ну реально, пиздарь, это ж твой голос. Ну, походу, уже когда-то был. Ты кто такой, а? Че ты можешь-то? Ты никто, понял? А Боин вынес всех ножах. Вы на ножах с лоу хп. Господа, мы прямо сейчас видим, как Боин впервые в жизни играет с чем-то помимо М40. Ух, долгий. Найс, показал скилл. Да, ну хэштег непогано. Выжидаем. Сюда на базу. Сломал кабину молодому. Опа, сломал кабину, опа. Хана, это тоже ММ был? Да, я только в ММ снимаю. У меня 5000 лайков, это значит то, что... Это значит то, что это забей. Это значит то, что мы полностью сейчас окупимся. Надеюсь. А там кукуку. Давайте на счет... Давай отчет 10-9, как ракета запуск делать. Ну давай. Пуск! Блин, такое ощущение, как будто не в курсе, что уже крафты Origin коллекции убрали вот два назад. Плюс. О, это что за красавчики? Все равно прикольно, прикольно сделали. Лайк. Ваши комментарии, Бовин. Ваши комментарии. За секунду до файтинга. О, дядь. А что там, а что они там друг другу говорили, не знаешь? Скилл подошел, говорит, ну этот, братанчик, что ты там говорил, рассказывай. А такой этот... Извини, пожалуйста, не бей только. А на этой видеозаписи мы можем наблюдать, как Нави тренер и Абован... Блин, это сколько, это пару лет назад, да? Да. Че, какой мага молодой. Обалдеть, хороший, да? Кот, не кричи! Выпусти кота! Мага, кота, выпусти! А, не послышал, что ты кричишь, мама. Даня, сюда подойди, нормальный дроп мне дай. Че ты мне на помойку закинул? Давай, кинь мне свой авик. На помойку. Давай. Чисто смотри, два одинаковых Абомина, чекайте. Это трэш, Абомин не стрейт, это видео 2 года. Я в шоке. Вот смотри, оно чисто, вот так стой, не двигайся. Ну, дядь, отлично молодой, обалдеть. Амогус. И самые друзья. Знаешь, было бы не так смешно, если бы это не было правдой. А, это мы притворились в Вели и Роме Гриза. Я помню. Легендарный клатч Роме Гриза наблюдаем за историей. Он сидит на картонах и просто... Да как? Рома Гриз! Аскен, как Гриза. Чисто масляту поймал. Ха, маслят. Сейчас будет дачка! О, в топ 5 лучших моментов Абомина. Слушай, ну это интересно, давай посмотрим. Какие там у тебя лучшие моменты? О, там играет Нурминский, поэтому заключим. Хана, смотрите, мужики, Абомин 1-5 идет, чисто один в поле воин. Хорош, дядь! Хорош. И его че качество 240p. Хорош, братик. Хэштег непогано. Найс, показал машину. Ой, хорош, мышки. Ну ты машина. Ой. Я и вкуснее накашиваю.
Оооо, Лобовин! Дядь, чтобы ты понимал, это, наверное, этому видео, ну, года 4. Я это, у меня этой футболки еще нет. Ого! Ничего себе, ты поставил маслину. Не, дядь, реально хочу взять тебе тренировку, чтобы ты меня начал играть 740. Хана! Чисто, ты фулл тиму вынес? Да. 1-5? Лё. На киберспортсменов. А это без рофла? Да, это по. Это не постанова? Нет, это. В смысле, это, ты... по- это клановая битва, видишь, вон слева написано. А что ты один, а их пятеро? А я 1-5 снимал видос в клановой битве. И что там проиграл 10-1? Ну, я сколько-то раундов выиграл. О, еще легендарный момент. Обалдеть. А ты помнишь этот момент? Да, да, я все моменты помню. Слушай, ну я скажу, ты еще нормально махаешься на ножичках. Ну шо, господа. Я думаю, на этом можно прощаться. Если вам понравилось подобное видео, прямо в эту секунду прожмите лайкосик, подпишитесь на мой канал и напишите в комментариях, с кем снять видосики еще. Обой, ваши комментарии. Ну, в принципе, могу посоветовать еще одного гостя, Рикардика. Он тоже эксперт тиктоков, поэтому... Ну, окей, без проблем. Ребята, обязательно подпишитесь, прожмите лайк. С вами был ваш Кентуха. Всем удачи, всем пока-пока. Пока-пока. Халявный нож у меня в ТГС, ссылочка в описании. Халява.